Всем привет! Хочу сделать небольшой видеообзор страйкбольной реплики шлема ЗШ-1. Обыкновенный, старенький, мотоциклетный шлем. Дал своему другу, он немножко его переделал, и вот что получилось. Было это, стало это. Внутренности он выбросил, поставил кожаный подшлемник. Крепление для забрала. Ну, также вот эти все упоры. Резинку, вижу, тоже поменял. Была пластиковая какая-то штука. Также я уже прикрутил сюда блок для камеры. В принципе, вот что у нас получилось. Спасибо за внимание. Всем пока.